Так, сейчас попробуем что-нибудь поменять со звуком. Ага, ты сразу включился. Молодец. Как бы тебе еще научиться включать сразу? Вот это было бы вообще огонь. Так, they offered me a job. Понятно? Что тебе сказали? То есть сказали это прошедшее. И это действие. What did. Ну, что они тебе сказали, было бы логично. Ну, точнее, не логично, а было бы понятно, как спросить. What did they told you? Нет, what did they tell you? А если что тебе сказали просто так? What? What told you? Тогда. Я бы так написал. What? Хер знает, неправильно, конечно, но неправильно, конечно, но по-другому что-то я не понимаю, как. What did they tell you? Сука, они тебе сказали. Ну, конечно, они тебе сказали. Did they tell you? What did they tell you? Конечно, они должны тебе сказать что-то. What did they tell you? Кому ты звонил? Звонил действие. Звонил прошедшее время. Whom did you call? Кому как пишется? Whom? To whom? Whom did you call? To whom did you call? No. Ну, покажи, как у тебя правильно. Who did you call? Who? Who did you call? Обалдеть. Who did you call? То есть кому ты звонил? Ну ладно, допустим. Она добирается домой к 8. Она добирается домой к 8. Действие, значит, без be. Обычное действие, типа каждый день. Получается, у нас такой present perfect получается. Она she get home at 8. She gets home at 8. Она gets home at 8. К 8. To 8. Не, ну, как, блядь. К 8. Ну да. She gets home by 8. С предлогом. Тут какая-то херня, конечно. К 8. By 8. То есть at 8 это 8, а by 8 это к 8, да? Ну ладно. Эта вечеринка утомляющая. Утомляющая какая? То есть здесь надо глагол be как-то использовать. This party is boring. This party is boring. От слова боря. This party is boring. Это весело. Is it fun? It fun. Это в каждом американском кино про негров есть такая фраза. Is it fun?
Is it fun? Это что, сука, весело? Is it fun, motherfucker? Это помогает тебе, вопрос. Помогает. Это же действие. Действие. Значит, нам надо глагол do. Я спрошу так. Does it help you? Ой, только не да, это does. Правильно, смотри, к чё. Обалдеть. Я правильно написал. Он вышел из дома. Сука. Он вышел из дома в 9. То есть это прошедшее. Вышел действие. Значит, he leaves at home. Только не leaves. А, he lived. He lived at... from home. So, he lived home. H. Home at 9. At 9. Да что-то, блядь, такое. At 9. А, блядь, left. 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 Да, leave, left, left. He leave, блядь, he left. He left home at 9. At 9. Так. Что там следующая какая-то глава? А что, все что ли? А где еще? Маловато будет. Ты говорил со своими друзьями. Talk to your friends. Ты говорил со своими друзьями. Прошедшее время, do, получается, did you говорил, что делал? Значит, точно не be. Did you talk to your friends? Did you talk to your friends? Did you talk to your... Did you talk to your friends? Did you talk to your friends? Did you talk to your friends? Куда вы хотите на выходных? Хотите. Ходите, блядь. At weekends. Ходите. Значит, обычное действие. Where do you go? Where do you go at weekend? Weekend. Where do you go at weekend? Неправильно? At weekends. Where do you go at weekends? Регулярное же действие. Где бассейн? Вот тут как раз глагол be должен быть. Where is the pool? Where is the pool? Where is the pool? Как прошла твоя вечеринка? Здесь как раз прошла глагол прошедшее время. How your party went? Блять.
прошла вечеринка. Прямо проблема. Как прошла твоя вечеринка? Понятно, что прошедшая. Вот прошла это действие или это не действие? Или это состояние, сука? Действие. Значит, никаких би. What is your party? А как? How? How? Who, блядь? Как пишется how? How? How your party went? Я бы так спросил. Конечно, неправильно, но что-то непонятно, как правильно. How did your party go? Your, да, что-то много ошибок, капец. Так, значит, в чем тут косяк? How did your party go? How did your party go? Непонятно, в каких случаях менять форму глагола, а в каких случаях использовать глагол do. Вот в чем проблема. Если вы знаете ответ на этот супер вопрос, напишите-ка мне, как это решается. Как эта проблема решается? Это интересно. This is interesting. То есть это интуитивно я пишу. This is... Is in... Нет. Interesting. Interesting. Это интересно. А как еще написать? Ах ты, сука, it is interesting. Ну ладно, но это я не считаю ошибкой. It is interesting. Когда ты встаешь? Встаешь действие. Регулярно. Значит, where... Не, where это где? When do you get up? When do you get... Up. When do you get up? When do you get up? When do you get up? Ты брал перерыв? Прошедшее. Брал действие. Did you take a break? Did you take a... Break. Did you take a break? Я пойду в кровать сейчас. I go to bed right now. I go to bed. Ригхт. Ригхт. Ой. Not now. No. Right now. Непонятно, как писать. Ну ладно. I will go to bed now. I go to bed right now. Это я иду, видимо, да? Да. Bad. Bad. I'm going to bed. Bad. Bad. Кровати плохо, это да. Но это не важно. I will go to bed now. Имеется в виду. I will go to
Bad. No. Опять это bad неправильно написал. Да что, блядь, такое-то? I will go to bed now. Ну да, устал уже мозга соображать. Вроде чуть-чуть осталось. Где болит? Болит — это что? Глагол? Прямо сейчас. Прям интересный вопрос какой. Where? Where it hurt? Where it Если будет правильно, я буду в шоке. Where it hurt? Where does it hurt? Сука. Можно было догадаться. Все неправильно. А, here, блядь, какой here, сука. Where does it hurt? Ну, одно хорошо, что я точно не использовал глагол be. Where does it hurt? Where does it hurt? Where does it hurt? Where does it, where does it hurt? Where does it hurt? Я только что получил повышение зарплаты. Ну, получил уже прошедшее. Получил действие. I just had. I just got a pay raise. I just got a pay raise. I just got a pay raise. I спокойно. I just got a pay raise. Как он оказался здесь? Вот, блядь, это тоже вопрос. Понятно, что это прошедшее. И не надо глагол be. Но как с глаголом do тут поступить? How did he get here? Или how he got here. Вот, блядь, вопрос. How did he get here? Охренеть. Я написал правильно, интуитивно. How did he get here? Так, ну-ка посмотрим, как переведет нам переводчик. Ну, блин. Как он сюда попал? How did he get here? А если я напишу How he got Да, блядь, got here. Сука, переводит одинаково, блядь. Ну, разница-то есть. И даже пример есть, сука. How he got here. То есть, значит, имеет место такая конструкция быть. How did he get here? Окей. Okay. What did
she tell him? What did she tell him? What did she tell him? Почему ты продал свою машину? Why? Why did you sell your car? Why did you sell your car? Кому ты звонил? Whom? А как же там, блядь, было? Whom? Было же слово «кому». Правильное слово «кому». Где? Who? Да, who. Не whom, а who. Who did you call? Who did you call? Я не знаю, что случилось. I? Я бы сказал так. I don't know. То есть я же сейчас не знаю. I do not know what happened. А, сука, глаз. Д. Ну, скорее всего, иди здесь не надо. What happened? Или надо? Хуй его знает. Ну, надо, смотри-ка, сука. А что тут неправильно, блядь? Хап-пе-нет. I do not know what happened. А что неправильно-то? Ну, будем считать, что это у них ошибка. Но вот здесь просится happened, потому что уже случилось. А если happened, то, наверное, что происходит? Я не знаю, что происходит. Ты больной? Вот вопрос. Значит, are you sick or do you sick? Да? Ты какой? Ты больной? Значит, это прилагательное, нет действия. Are you sick? You. Почему your? Да. Are you sick? Ты работаешь по выходным, работаешь действием. Do you work at weekends? Do you work at weekends? Блин, мало примеров. Надо хотя бы пару сотен, на самом деле, чтобы прям отточить. Ну, ладно. И это, на самом деле, тоже очень хорошо. Пойду смотреть лекцию третью, а потом делать третью домашку. А вас приглашаю на свой канал «Пианино за 300 дней».